Всем привет, друзья, подписчики моего канала. Сегодня я иду по центру города. Тут очень красиво, и я сейчас иду на концерт Зиппо. Кто не знает, кто это, погуглите. Ну, скорее всего, вы его знаете. В общем-то, аж не могу просто. Я первый раз снимаю видео такого типа, мне тяжело держать камеру и вообще идти. И тут мимо люди вообще очень много людей идет, и это как-то дико стрёмно вообще. Я не знаю, как блогеры на это способны, но мне лично это стрёмно жестоко. Так, сейчас я иду, короче, по городу. Сразу говорю, монтаж этого видео будет не очень крутой, потому что, я еще раз повторяю, я снимаю первый раз видео такого типа. Да и руки у меня немного кривые. В общем, смотрите. Я сейчас иду вот по такой вот карте, которую я скачал из Гугла или с чего-то там, очень не важно. Сейчас иду и там уже продолжу снимать. Ладно, увидимся там. Так, ну что, ребят, я пришел, вон тот самый клуб-ресторан, желтый кофта, правда. А, вот все, сфокусировать. Ой, там крики, мне уже надо бежать, ладно, там увидимся. Всем привет, дорогие друзья! Я нашел более-менее нормальное тут освещенное место, потому что там реально темно. Меня, в общем-то, впустили, я прошел бесплатно на халяву, это было вообще очень круто. Сейчас я вам покажу все обстановку. Вот, в общем, смотрите. Опять фокус камеры не фокусируется. Как ее птить-то? А, вот, вроде нормально. Что там как темно стало? Мне это, если честно, не нравится. Я не знаю, я вообще очень сильно криворучий. Снимаю, что могу. Народу просто реально много. Все, привет еще раз всем! Yeah.
общем-то, ребят, я сходил на концерт, это уже другой день просто. Просто у меня в тот день села зарядка, я не смог дописать до конца. И вот я уже сейчас сижу, монтирую видео, вспомнил то, что не успел кое-что сказать. В общем-то, я ходил на этот концерт не просто так, а просто моему каналу 2 года. Нас уже просто 1200 человек, это просто реально нереальное количество человек. Вы представьте, 1200 человек в одной просто комнате. Просто представьте, это реально жесть. Так что я поздравляю себя, вас, и надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, зовите друзей. А я вам говорю, всем удачи, всем до новых встреч, пока.